Хризантема от древнегреческого «златоцветный», то есть «золотой цветок», объясняется желтой окраской соцветий. Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства астровые или сложноцветные, близкие к родам тысячелистник и пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежной первой любви. Давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце и многолетние, травянистые или полукустарники, побеги голые или опушенные. Листья расположены в очередном порядке, простые, цельные, зазубренные, выемчатые или рассеченные, различные по величине и форме, опушенные и нет, преимущественно светло-зеленые. Цветки мелкие, собраны в корзинку, у некоторых видов крупную, состоящую, как правило, из срединных трубчатых желтых цветков язычковых краевых, разнообразно окрашенных и обычно расположенных однорядно. У многих гибридных сортов они располагаются многорядно и образуют так называемое махровое соцветие. Плод – семянка. Хризантему традиционно изображают на монетах и государственной эмблеме Японии. Одна из высших наград страны – Орден Хризантемы. 16-лепестковая желтая хризантема изображена на официально принятой в 1889 году императорской печати Японии. Древние японские поэты воспевали хризантему в своих стихах. Не остался золотой цветок без внимания и российских поэтов. Уже более 100 лет звучит старинный печальный романс русского композитора и поэта Николая Ивановича Харита «Отцвели уж давно хризантемы в саду» 1910 года. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство первое нежной любви. Отцвели
давно. Хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уж нет, и брожу я вся измученная, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном. В моем сердце.